Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Начнем с выполнения ежедневных заданий. Так, открыть колоду, поехали. Ага, бесплатная нам пока недоступна. Ладно, мы откроем с вами вот эту вот, обычную. За $50, поехали. Что же нам отсюда выпадет? Микеланджело, 3D ДНК, неплохо, и 110 мутагена. Слушай, а мне понравилось. Так, забираем с вами ревард. Поднять уровень персонажа. Это мы обязательно сделаем. Кстати, друзья мои, да, я кое-что вспомнил, что вы мне писали в прошлых сериях, комментарии были, что я забыл открыть персонажика, поэтому давайте это сделаем сейчас. И это у нас, конечно же, Рафаэль. 610 жетонов потратим. И он у нас должен, да, он у нас появляется. 3 золотые звезды у него, и это, кстати, очень хорошо. Нанимаем. Вау. Вы говорили, что он такой довольно имбовый персонаж. Проверим потом его в деле. И у него 3 способности открыты. Огненные когти. Раф наносит удар по врагу пылающими текаги. При критическом ударе скорость повышается на 30% на один ход. Следующий у него навык — средоточие огня. Раф направляет во врага мощный заряд огня. Есть вероятность 25%, что у союзников будет дополнительная атака на один ход. Восстановление 4 хода. И дикий огонь. Раф собирает свою ярость в мощный заряд, поражающий всех врагов. Разрушитель, то есть это массовая атака. Вероятность 25% вызвать отложенный урон в течение одного хода. Восстановление 5 ходов. Вообще шикарно, и давайте-ка мы его, наверное, немножечко прапаем. До какого уровня? Наверное, до уровня 30-го, да? Сейчас посмотрим. Нет, давай тогда уж до 40-го. Вот так вот. Ну что же, я считаю, что неплохо, друзья мои. У нас открывается новый персонаж, и, соответственно, нам остается открыть всего лишь 2, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, это Леонардо Видение и Микеланджело из Видения. Ну что же, давайте тогда заберем здесь наградочку и сразиться в боях. Ну, это я люблю, это мы с вами обязательно будем делать. Навыки, и смотрим, что нам здесь не хватает для кролика Бусидо. Ну, во-первых, нам нужно найти еще 4 фигурки единорога. Поехали искать. Так, одна есть. Вторая. Ну, давай, давай, давай. Ай, не дали мне третью. Ну, ладно, ничего страшного. Попробуем вот здесь вытащить. Да ладно, вы серьезно, что ли? Хватит уже жмотиться. Дайте мне, пожалуйста, фигурку единорога. Бакстер, дай, говорю. Так, отлично. И, по-моему, нам... еще одна нужна. Попробуем здесь вытащить. Конечно, мутаген дали. А если еще разок? Опять мутаген. Так, а если мы вот тут попробуем? Да что же вы специально так делаете, что ли? Эй! Да ладно. Завязывайте давайте. Смотри, один мутаген дают мне, а? Угу. Билет Эйприл. Это мне не нужно в данный момент. Слушай, хорош уже мне давать эти билеты. Дай мне фигурку единорога. Мне всего лишь одной не хватает. Ты посмотри, а, что делают. Друзья, я так сейчас всю пиццу здесь, наверное, разбазарю. Наконец-то дали. Фух, спасибо хоть и на этом. Друзья, а что нам еще нужно? Нам потом надо будет еще найти 7 комиксов. Но это уже будет в следующей серии. Так, а в данный момент мы забираем с вами весь ревард. Вот это вот по-нашему. Ну что, друзья, приступаем к ареночке, да? Так, это я здесь все собрал? Угу, мутаген я весь забрал. Испытание. Сегодня, кстати, мы пойдем на усиление технодрома. Будем драться за ДНК Кренга. Фу, Лига Сёгунов, 2 звезды, ранг 22. Да, нам нужно повышаться. Значит так, Софи, Андрей и Андреа. Я думаю, что мы будем с вами, наверное, все-таки с Андрюхой драться. Поехали. Так, Лео нам нужен здесь или нет? Пока, я думаю, мы обойдемся без него. Я возьму сюда, наверное, Донателло, Рокзара. Так, надо отыграть мне 50 уровни. Возьму сюда, наверное, Шреддера, Хана. И... так, секундочку, секундочку. И, скорее всего, Паукуса. Да, такой командой, я думаю, что мы сможем здесь победить. Так, Рокзар, естественно, у меня будет сейчас вставать в провокацию. Это в первую очередь. Так, Хан. Хан будет, наверное, все-таки понижать им защиту. Вот так вот.
Ну, теперь Паукус. Слушай, я думаю, массовую атаку пока не стоит делать. Давай-ка начнем с разборки Донателло. Опа. Нехило. Теперь, наверное, суператаку сделаем. Я хочу просто его уничтожить. Да, у нас получилось. Теперь никакого хила у них здесь не будет. Ну, то, что он вешает на себя иммунитет, это, ребят, для нас ерунда. Так, сюрики от Донателло. Упал еще один. Я могу сказать тебе авансом, что мы здесь... Тихо, подожди. Господи, ты меня насмешил, а? Ванюша, ты меня насмешил просто-напросто. Все, друзья, по-моему, здесь фиаско. Есть. Враг повержен, мы с вами выиграли и продвигаемся дальше. У нас 22-е место было, да, если я не ошибаюсь? Сейчас посмотрим. Угу, 22-е, и перемещаемся мы на 14-е. Так, ну что же, в Лигу Сёгунов 3 звезды мы обязательно сегодня зайдем. Мари. Так, кто это такая? Доа. И Памела. И Памела. Так, ну я предпочитаю, наверное, с Мари все-таки подраться. У нее и кубков больше, да? И девочка... Так, почему зэк автоматически вешается ко мне сюда? Он запарил уже, на самом деле. Беру морозильную кошку, крысиного короля. Возьму также, наверное, сюда нейтрализатора и карайку. Ребята, большой риск здесь сфейлиться. Большой риск. Особенно у нас, когда крысиный король в нашей пачке, то я вообще на победу практически не рассчитываю. На чистую я в этом плане. Так, ну-ка попробуем уложить здесь. Вау, круто. Так, тихо. Вот, начинается, друзья. Слушай, надо хилиться. Потому что у нас, да, вот теперь все хорошо. Так, выпускаем крыс. Интересно, сможет он кого-нибудь бомбануть? Угу, ну хотя бы на этом спасибо. Все, друзья, идеальная здесь у нас победа. Ну, вы сами видели, да? У Майки массовая атака, это, конечно, нечто. Урон наносит капитальный. И... Да что ж такое, я думал, мы перейдем сейчас с вами в Лигу Сёгунов 3 звезды. Не тут-то было, придется нам еще с вами драться. Значит, кто у нас тут? Лиза, Джон и Ноунейм. Смотрим по кубкам, и я вижу, что Ноунейм у нас лидирует. Поэтому берем его. Беру, опять же, нашего Лео сюда. Так, тут 63-й уровень максимальный, поэтому раз, два, три. И для подстраховки возьмем с вами, наверное, Змейка Вьюна. С его массовой атакой. Я думаю, что будет здесь все хорошо. То есть у нас будет Лео с массовой атакой и Змейка Вьюн. Ну, плюс еще немножко тут у нас Тигриный Коготь может помочь и Кирби. Давай проверим. Так, ой, как хорошо-то, друзья. Смотрите, я не ожидал, на самом деле, что вот так вот получится. Но все отлично. Хе, нормуль. Так, ну что ж, двигаемся дальше. И у нас Лига Сёгунов 3 звезды. Давай. На какую позицию нас сейчас подбросят? На 91-ю. Что ж, неплохо. Но мы продолжаем с вами наши драки. Салмон, Игорь и Энзо. У всех все абсолютно одинаково, но я предпочту, наверное, взять Игорюху. Да, будем драться с Игорем. Опять же, возьму Леву себе. Так, Муху, Сплинтер, Тимати и Ваньку Стиранка. Слушай, у меня остается мало персонажей, а мне нужно как минимум боев 5-6 еще подраться. Ладно, сейчас посмотрим, куда мы с вами передвинемся. Так, делаем супер-вертушку от Лео. Неплохо, я тебе скажу. Так, нам нужно, наверное, все-таки Эйприл попробовать подбить. Муха, как всегда, в своем репертуаре. Так, дополнительную защиту повесили, да? А я тогда, знаете, что сделаю? А я тогда возьму провокацию на Тимати. Так, теперь попробуем все-таки Эйприл. Подбили, молодец. Так, Рокл все не успокоится никогда. Ой-ой-ой. Ну что же, Ванюша, добей, пожалуйста, их для меня. Опа-на, Рокл выжил, ты прикинь. Как он, интересно, так смог выжить от пулеметной очереди Ваньки. Парадокс, но факт. Ладно, друзья мои, давайте посмотрим, куда мы перелетим. 80-е, да? 86-я, а почему так мало нас перебросили, непонятно. Так, Винс, Заби и опять же Ноунейм.
Но я тебе скажу, что Заби будет послабее всех при том же количестве кубков. Поэтому будем драться с ним. Возьму сюда Змею Карай. Также возьму сюда Майки. Эйприл. Я знаю, друзья, это рискованно. Очень рискованно, но все-таки я попробую пройти именно этим. Да что ж ты будешь делать-то? Почему срабатывает два раза кнопка? Не пойму. Так, я вот думаю, что нам взять. Нужен, по идее, провокатор. Но я возьму сюда Зека. Зек, Армагоша и Змея Карай. В принципе, должно у нас все получиться. Если у Зека сработает бомбочка на замедление, то мы успеем сходить всеми своими персонажами, да, не дав им шанса. Поехали, попробуем. Бомбочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Замедление сработало только на Донателло. Так, хорошо, давай крикнем. Теперь на всех. Армагон, вся надежда на тебя. Пожалуйста, пожалуйста, я тебя прошу, бомбани их всех. Донателло выжил. Мы ходим, да? Мы ходим. Ну, попробуем. Попробуем пробить. Не вышло. Так, я знаю, что он сейчас будет либо броню ставить, либо массовую атаку. Вот не хотелось бы массовую атаку получить. Так, ну-ка. Ай-яй-яй. Фу, нам повезло, что Зек все-таки... Его очередь пошла, да, ходить, и он забомбил Донателло. А так бы могли кого-нибудь потерять с вами. Ну что же. Двигаемся и смотрим, куда нас перемещают. 74-я позиция. Ладушки, я согласен. Так, Василий, Мигель и Стивен. Ну, я думаю, что берем Василия с вами, да? Да, берем Ваську. Лео возвращаем в команду. Также я возьму сюда Криса Брэдфорда плюс Бакстера Стокмана. И возьму Лео вместе с Крипом. Господи, мы рискуем с вами очень сильно. Я просто хочу отыграть слабых персонажей как можно больше, но в то же время я рискую очень сильно. Ну что же, погнали. Вертушка от Лео. Ух ты, как хорошо. Я не ожидал, что именно так будет. Следующим будет у нас, по идее, ходить Кабан. Но я думаю, что лучше все-таки уничтожить Донни. Давай попробуем. Так, минус Донни. Ага, все отлично. Мы не дали шансу. Мы не дали ни единого шанса у врага, чтобы он смог сходить. Поэтому у нас все здесь хорошо получилось. Соответственно, мы с вами перебираемся. Только вот куда? На какую позицию? Давай где-нибудь 65-ю. 62-я, во, уже хорошо. Так, что у нас тут? Джер, Александр и Андрианс. Так, а что у нас тут? Смотри, у нас либо Джер, либо Адрианс. Ну, по крайней мере, по кубкам. Так, по уровню. Ну, я думаю, что все-таки надо брать Джер. Давай возьмем ее. Лео. Кстати, еще одна попытка у нас будет, чтобы взять Лео в команду. Также я возьму, наверное, сюда Железноголового и Майки. И пойдут у нас с нами, знаешь, кто? Мондо Гекко и Майки Фильм. Охо-хо-хо-хо. Ну, если мы тут сейчас лопухнемся, то фейл. Давай, так. Майки, танцуй. Танцуй, вешай на нас уклонение. Так, Лео делает свою супер-вертушку. Ой-ой-ой, сейчас что-то будет. На кого он прыгает? На кого он прыгает? Господи, на Майки Фильм. Так, давай, наверное, бомбочку. Давай бомбочку. Ох, елки-палки, ребят, я просто пужанулся. Я думал, если сейчас мы не забомбим их, и они будут ходить, они стопудово добили бы Майки Фильм. Это точно тебе говорю, потому что у него было мало здоровья, и они именно его бы начали атаковать. Но, как видите, нам повезло. Так, 52-я позиция. У нас с вами еще один бой на арене. Так, Мария опять же здесь, Амар и непонятно кто. Виталий, по-моему, да? Нам выгодно брать либо Амара, либо Виталия. 67-й. Так, я беру вот этого вот. Вот этого вот бойца. Так, Лео, Раф, Усаги. И к ним присоединяется Алапекс и Кунаичи. Ну, в принципе, друзья мои, если у нас здесь будет большая инициатива, да, то достаточно будет Усаги и Лео, и они все упадут. А может быть даже
Ага, вот как. Постепенный урон. Надеюсь, усаги ты повесишь на них, а? Ради меня, ну пожалуйста. Ну. Ай, красавчик. Ай, ну все, вы сами понимаете, да? Им всем хана. Да что ж такое-то, Донателло все равно выживает. Ну, давай что-нибудь вот такой вот удар сделаем ему. Завершающий. На-ка, апперкотиком. Все, друзья мои, мы заканчиваем с вами с ареночкой и переходим на испытание. Испытание сегодня будет технодром. Так, какая позиция? 40-я. Ну, предположим, пройдет 8 часов. Меня опять сбросят, наверное, в Лигу Сёгунов 2 звезды. Ну, позиция будет где-то 90-80. То есть мы в следующей серии должны с вами, ну, как-то добраться, не знаю, до мастеров, елки-палки. До мастера одной звезды. Это минимум. Фух, ну а теперь самое интересное. Турнир у нас позади, а испытания только начинаются. И это усиление технодрома. А, кстати, надо посмотреть, кого нам дадут еще здесь. Вот самый главный вопрос. Ой, какая красота, ребята. Донателло и Сплинтер еще. Ну, Сплинтера хватит на один бой только лишь. Это я тебе точно говорю. Потом будет Донателло, наверное, исключен из нашей команды. И в конце мы будем с вами тремя черепашками играть. Такова судьба, такова жизнь ихняя. Так, друзья, ну здесь вы сами понимаете, да? Давайте на автобой поставим, потому что, ну, смысл здесь играть мне своими руками, ну, нет. Потому что они будут разбираться с полтычка. Так, здесь у нас три волны, мы переходим с вами на вторую. Как говорится, в канализацию прыгнули. Так, Маузера, да, решили, хорошо. Минус клан Футовиц, минус второй. Консервные банки тоже падают, я смотрю. Отлично. Так, третья волна. Здесь у нас кто? Бибоп и Рокстеди, да? Собственной персоны. Ну, с ними мы тут быстренько разберемся. И получаем здесь ДНК на кого? По-моему, на Бибоп, да? Потом будет ДНК на Рокстеди. Так, минус кабанчик. Так, Майки можно было и не плясать, если честно. И без этого бы обошлись. Все, отлично. Ребята, мы с вами исключаем сейчас в данный момент Усаги, хотел сказать, Сплинтера из нашей команды, потому что, ну, он уже будет слабоват на самом деле. А Бибоп классический нам достается. Так, следующий у нас будет Рокстеди. Поехали. Так, извини, Сплинтер, но без тебя. Так, а что тут уже будет у нас? Технодром? Ладно. Давай, поехали. Я думаю, что здесь тоже можно включить автобой, потому что какой там 50 уровень, и мои черепашонки должны справиться с этим делом. Причем, смотри, у нас команда здесь собралась полная, да? Все братья вместе. Причем, как говорится, одной фракции. Так, отлично, мы переходим с вами на вторую волну, опять же, через канализацию, где будет здесь... А, нет, я думал, сейчас Бибоп, Рокстеди будут стоять ждать. Нет, они, видимо, будут следующими. Так, Майки делает плясочку свою, и это хорошо. Мы на уклонении. Ой, как классно Донни сделал. Так, кого будем бомбить? Угу, правильно, клан Футовца, потому что на нем была месть и консервную банку. А вот эти охламоны. Кабан и носорог. Так, ну-ка, оп, неплохо. Кстати, Донателло здесь нормально себя ведет. Не халявничает, да, и все у него получается. Так, зачем так делал ты, Раф? Ну зачем? Ладно, постепенный урон, но его все равно добьют. Так, делает дополнительную защиту Донателло. И мы пробили с вами носорога. Так, и идем. Ага, технодром. Ну, с этим технодромом мы, конечно же, разберемся быстренько, потому что он самый первый и самый легкий. Бум, сейчас по ударчику. А, смотри-ка, он повесил на нас пониженную атаку, но это его не спасло. Так, переходим на следующее испытание, ребята. И у нас, по-моему, там будет разыгрываться ДНК на Шреддера. Угу, ДНК на Шреддера, а остальные два уже на Кренга. Так, ну что, поехали. Поехали. Так, 70 уровень, здесь пока 65-60. Я думаю, что не будем мы Донателло убирать отсюда. Он, скорее всего, нам здесь поможет подсобить, так сказать. Ну что же, начнем, пожалуй, мы разбирать. Так, Маузер не стал почему-то падать. 60 уровень, должны, по идее, сыпаться, но не хотят они. Вот мне бы вместо Донателло Усаги сюда бы. Ой, было бы вообще красота, согласись. Так, консервная банка не хочет падать. Завалили. Так, а эту? Судара. Ну что же,
перемещаемся с вами в канализацию. Так, эти орлы тут стоят, ждут меня, да? Ну, ты смотри-ка, они хотят падать. Пока я не буду, ребята, делать танец, потому что он нам пригодится в дальнейшем. Так, минус клан Футовец. Дальше банки, наверное, консервные у меня пойдут в расход, скорее всего. А, елки-палки, я забыл переставить цель. Ладно, давай сделаем вот так вот. Ну, тут Донателло, конечно, немножко слабоват, потому что разница в 10 уровней, причем он не особо сильно прокачан у меня по скиллам. Так что, сами понимаете, не фул атака у него. Так, ну что, здесь у нас Бибоп Рокстеди, как обычно. И начну я, наверное, с Рокстеди. Давай-ка вот так вот, хоп, неплохо я его бомбанул. Так, добьем, интересно, или нет? Не смогли. Ну-ка, теперь массовая атака от Дони. Шикарненько, я тебе скажу. Так, а если нам попробовать пробить? Давай-ка мы с тобой попробуем пробить Бибопа. Шикарно выходит все у нас. Так, массовая атака, да? Ты смотри, что он сделал. Он повесил броню на себя. Ай-яй-яй, парень. Ты что-то совсем, смотрю, припух здесь. Давай-ка, наверное, вот этого сейчас накажем. Он еще и ускорение влепил себе. Ты посмотри. Постепенное исцеление. Нет, парень, так дело не пойдет. Без этого, пожалуйста. Так, и четвертая волна. Это у нас первый этаж, да? Технодром, потом пойдем, по-моему, на второй. Так должно быть. Поставим дополнительную защиту себе. Вот так вот. И уклонение. Потому что сейчас будут массовые атаки. Я не хочу, чтобы кто-то получил повреждение. Так, он мажет. Так, пол хп отняли. И остается лишь добить. Майки, давай, добивай. Отлично. Поднимаемся на этаж выше. Так, опять эта клешня у нас здесь. Поехали. Смотри, что делать-то, а? В Донателло бомбит. Ладно, я думаю, что здесь мы справимся, вы сами понимаете, да? Тут ничего сложного нету. Но в следующем бою у меня Донателло будет отсутствовать. Я его уберу, друзья. Потому что здесь уже мы практически с вами на пределе играли, и я не хочу им рисковать. Я хочу, чтобы все было у нас пройдено нормуль. Полностью было испытание. Ну что же, Шредер классический у нас в кармане. И вот теперь будут самые интересные уровни. Поехали, друзья. Так, здесь у нас, значит, будет ДНК на Кренга разыгрываться, да? И также мы можем с вами выиграть еще одно ДНК либо на Кренга, либо на Шредера. Фух, погнали. Донни, извини, конечно, хотел бы я, чтобы ты был у нас в команде, но очень большой риск, очень большой, поэтому пришлось мне тебя исключить. Но тем самым я усложняю для себя задачу, ребят. Потому что у меня всего лишь 3 героя, а здесь, вы сами понимаете, по 4-5 волны, плюс еще в каждой волне по несколько противников, и мне приходится вот это вот все делать 3 черепашками. Ой-ой-ой, как они бомбят. Очень больно, серьезно тебе говорю. Так, ладно, поехали. Минус. Этого добьем. Отлично. И последняя консервная банка. Сейчас мы ее уничтожим. Так, погоди-ка, не вышло маленько. Молодец, Рафик. Ух ты, здесь уже 6 волн. То есть у нас будет здесь 3 этажа, получается, да? На технодроме. Получается так. Кто у нас тут самый такой вредный? По-моему, клан Футовцы, да? Когда стреляют, точнее, когда бомбят, они могут повесить щит. Поэтому в наших интересах уничтожить их в первую очередь. Так что давай-ка мы, наверное, это сделаем. Так, консервные банки, по-моему, ничего не могут делать. Они просто бомбят. А вот Маузер, по-моему, может либо хилять, либо защиту ставить. Я вот не помню точно. Что у меня с Рафаэлем? Почему кто-то... Как они получают урон? Я не могу понять. У них вроде бы ничего нету, не висит. Антибафов каких-то или еще что-нибудь. Но я вижу, что они поддергиваются. Надо было атаковать. У него была двойная атака. Зачем я сделал отхил? Не понимаю. Ну, добей, пожалуйста. Нет, не вышло. Так, Лео добивает. И мы переходим. Там нас поджидает уже Рокстеди, Бибоп. Вся эта шайка-лейка. Начнем, наверное, мы с Рокстеди. Так. Двойная атака. Хорошо. Так, тихо-тихо-тихо. Не надо. Вот, вот кто вешает, да, значит. Бронь. Все, я понял, друзья. Давайте, наверное, мы с вами сделаем массовую атаку. Вот так вот. Добьем с вами быстренько носорога и возьмемся за кабана. Кстати, в следующей волне, по-моему, тоже они будут. Но там еще
наверное, будет присутствовать Шреддер. По-моему, так, да? Сейчас посмотрим с вами. Так, что он делает? Иммунитет. Ладно, меня устраивает такой расклад. То есть, грубо говоря, он просто пропустил свой ход. И добивочный, ну, молодец, Майки. Так, переходим с вами на четвертую волну. Да, это будет три этажа. Так, смотри, что происходит, а. А ну-ка, если вот так вот сделаем. Хоба, нормуль. Так, слушай, нам нужно было, наверное, уклонение поставить, да? Так, ладно, на втором этаже будем действовать с вами по-другому немножко. Я поставлю уклонение, потому что эта штука еще сильнее. На первом этаже слабенькая, на втором сильнее, а на третьем вообще будет имбовая. Так, хорошо, давай-ка бомбить. Так, 70 уровень, да? Вот они, массовые атаки пошли. Рафик сдачи дал. Так, давай вот так вот бомбанем. И Майки, у тебя двойная атака, отлично. Так, по чуть-чуть, но все-таки бомбит. И Лео добьешь? Воу-воу-воу-воу, не смог. Почему? Раф добил. Так, и переходим. Вон они стоят. Да, друзья. Ой, я даже не знаю, такая пасочка здесь. Ну, попробуем. Так, Шреддеру по барабану, да? В провокацию вставать нам невыгодно. Давай-ка я, наверное, Крэнгу попробую постепенный урон повесить. Вдруг получится, ребят. Ага, неплохо, я тебе скажу. А добить? Не вышло чуть-чуть. Шреддер лютует. Так, Шреддер лютует. Слушай, мне надо, наверное, Крэнга все-таки добить. Вдруг он выживет. Ай-яй-яй. Пока еще не делают супер... Вот, началось у них, началось. Так, заморозка, да? Нет, пока все хорошо, друзья. Я, наверное, с вашего позволения возьму провокацию. Я знаю, что очень сильно здесь рискую, брав Рафаэлю провокацию. Но все же, так, давай-ка мы подхиляемся маленечко. Отлично. Так, и попробуем теперь наказать Шреддера. Ох, замечательно, друзья мои. Вот этот вот опасный удар. Опасный очень. Он очень много здоровья отнимает. И вот этот, кстати, тоже с разбега. Ай, у меня есть отхил, если что, я могу отхиляться, но я, наверное, все-таки сделаю уклонение. От уклонения здесь больше будет толку. Так, и вертушку от Лео. Шикарно, добиваем с вами кабана. И этот уровень у нас пройден на 3 звездочки. Как я и люблю. Ну что ж, друзья, отличненько. Давайте посмотрим, что же нас будет поджидать дальше. Там, конечно, уровень будет уже 80-й. Там... А, Крэнг, классика. Я обожаю, когда мы с вами зарабатываем на Крэнга, да? Так, тихо. Здесь мы все. Я не буду пока здесь ничего делать, а вот этого надо будет бомбануть. Кстати, у нас... У нас там, по-моему, очень много нужно, да, еще искать ДНК на Крэнга, чтобы его поднять на следующий уровень. Я сейчас посмотрю. Нет, просто это очень интересно. Где он, Крэнг у нас? Эй, погоди, погоди. Крэнг у меня где-то в 40-х уровнях. Это я точно помню. Вот, 45-й. Ой-ой-ой-ой-ой. Всего лишь 7 ДНК у нас. Господи, нам еще много. Смотрите, кстати, на Кунаичи нам всего лишь 5 ДНК осталось. Мы ее по рангу поднимем. Так, давай-ка здесь обменяем. Так, хорошо. Майки Финн, кстати, тоже не очень много осталось. И он будет фулочкой. А вот Алапекс, конечно, да. Лисичку качать и качать. И слэша, кстати, тоже не очень много. Шреддер. Господи, Шреддеру осталось всего лишь 26 ДНК. И все, друзья мои, и он будет фул. Можно будет его брать в команду в нашу, ну, конечно, когда прокачаем. Ага, и Сплинтер тут тоже у него осталось 16 ДНК. В общем, скоро у нас очень будет много персонажей, практически прокачанных по фулочке. И это будет... Что я делаю-то? Я хотел сделать что? Я хотел вот так вот. Да. Копии забомбить. Так, и вроде бы... Ага, вот здесь еще есть. Ну что, друзья, отправляемся с вами на последний бой. Он будет, наверное, тяжелым. Я не знаю, смогу ли я пройти его или нет. Ну так хочется, так хочется. Смотри, 85 уровень. Ёлки-палки, это база, да? Здесь нам, скорее всего, придется взять... На 3 звезды вряд ли я пройду. На 3 звезды вряд ли. Хотя, поехали. Я хотел вначале взять, думал, Сплинтера с Донателло. Ну,
чтобы как отвлекающие маневры там делали. Но подумал, что от них толку никакого не будет. Они буквально сразу здесь будут фейлиться. Наша надежда только на что? На уклонение, да, и на урон. Так, поехали. Так, минус Маузер. Давай-ка, наверное, с тобой банку эту забомбим. Не упала, а так если... Отлично. Так, давай дальше. Маузер, ага, получил свое. У Майки, я смотрю, уклонение активировалось. Ну-ка. Да что ж ты будешь делать-то? Три хода приходится делать для того, чтобы убить одного из противников. Это если мы не критуем. Причем у Лео, вы видите, усиленная атака. И все равно этого недостаточно. Так, ох, 7 волн здесь. 7, ё-парасоте. Не знаю, друзья, это будет очень жестко для нас. Так, ну что, клан футовцы, давай попробуем с них, наверное. Так, тут, наверное, скорее всего... Нет, применять массовые атаки я не буду. Мы будем их дальше с вами применять. Когда пойдут всякие рокстедики, бибопчики, ну, в общем, вы поняли. Так, нормуль. Слушай, очень неплохо. Так, сейчас мы с вами попробуем убрать Маузера отсюда, чтобы он нас тут не нервировал. А ну-ка, Раф, еще разок. Отлично. Так, добиваем. И теперь беремся за консервные банки. Не забываем смотреть постоянно за здоровьем наших персонажей, ребят. Как чуть ниже критического уровня, сразу будем отхиливаться. Так, молодец, Майки, умница. Так, это всего лишь вторая волна. Вау, Раф неплохо вдарил. Добили. Так, переходим на третью волну. Здесь у нас Бибоп и Рокстеди. Ой, какие же они тут мощные. Так, нам нужно уничтожать клан футовцев. Почему именно их? Потому что они сейчас будут здесь вешать защиту. А нам это не нужно. Ну-ка, пробей его. Молодец, Майки, умница. Так, тихо. Давай, наверное, вот этого. Слушай, или же нам лучше... Давай я, наверное, знаешь, что сделаю? Попробую вот так вот сделать. Хопа! Ай-яй-яй, Майки, 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 аккуратнее. Так, провокацию брать или не стоит? Наверное, не стоит. Так, а вот отхилиться нам нужно. Хотя лучше бы, конечно, уклонение, но я все-таки так решил сделать. Ой-ой-ой, массовая атака. Бросает лимонку. Слушай, ну не так уж много он, конечно, нанес нам повреждения. Сейчас я хочу вот этого уничтожить. Да что ж ты делаешь-то, а, Ирод? Я хочу уничтожить Бибопа. Он постепенно исцеление делает, плюс еще иммунитет на себя вешает, а? Вот упырь. Ну, пожалуйста, Лео, добей его. А так, если... Отлично. Так, теперь я, значит, уничтожу. Смотри, что делать. Замедлил меня даже еще. Да что ж такое-то? Что он так часто ходит? Отлично, минус клан футовец. Так, и теперь попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, друзья мои, уклонение обязательно. И нам нужно хиляться. Вы посмотрите, у нас здоровья у Майки очень мало. Так, это какая-то только третья волна. Ё-просоты, друзья мои, третья волна только лишь. Да ты достал меня, мухомор мелкий. Ну, не смог, да, добить. Ладно, теперь уничтожаем Рокстеди. А по-моему, после этой волны, если не ошибаюсь, будет та же самая команда, плюс еще и Шреддер с ними. По-моему, так будет все. Ага, промахнулся. Попал. Так, добьешь его, Лео? Молодец. Ага, нет. Почему-то я путаюсь с чем-то, ребята. Так. Здесь у нас нет уклонения ни у кого. Ты посмотри. Рискую. Очень сильно сейчас будут... Опачки. Ты понял, что сделал? Так, ну теперь хочешь не хочешь провокация. И если мы не отхилимся, сейчас будет массовая атака. У нас может просто Майки погибнуть. Понимаешь? А он еще в оглушении. Вот она. Ай-яй-яй-яй. Ты посмотри, у нас очень мало здоровья у Майки. Если мы его потеряем, мы здесь не пройдем. Без уклонения нам здесь абсолютно делать нечего, друзья мои. Ой, какой же этот аппарат, а? Тяжелый. Не пробить мне его, да? Постепенно урон повесили. Мне нужен хил. Дайте мне хилку, пожалуйста. Вот она хилочка. Но и уклонение нужно же. Эх. Сейчас массовая атака, да? Ты посмотри, как он бомбит. Он потому что мне понизил, друзья мои,
защиту на Рафаэле. А Рафаэль у меня в провокации стоит. Понимаешь, да, к чему я? Так, давай-ка я вот так попробую ярость Рафа сделать. И уклонение. Фух, неужели я успел это сделать? Так, но радоваться рано пока еще. Да что ж такое-то, все время попадает по Рафу, а? Добиваем, короче, да? Отлично. Переходим с вами на шестую волну. И вот они, эти архаровцы тут стоят, ждут меня. Фуй, господи, я не знаю, что надо. Ну, давай попробуем, раз повышенная атака по Шреддеру. Будем бомбить его. Так, тихо, тихо, тихо. Оу, это вот, вот это я ненавижу, вот этот удар. Как прилетел, это здорово. И попал еще, главное, что. Давай-ка, Лео, пожалуйста, не подведи. Так, отлично, Шреддер упал. Ой, эти Бибобы и Рокстеди, они же такие сильные, я же их знаю. Они сейчас будут применять свои суператаки, друзья, поверьте мне. Но это делает первым Крэнк. Господи, сейчас будет Бобо. Добьют, скорее всего, мне майки здесь. Добьют, ребята. Так и есть, так и есть. Эти упыри просто взяли и уничтожили мне Микеланджело. Ну, давай попробуем вот так вот сделать. Блин, мы с вами потеряли... Что, 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 что? А, ну да, да, да. Глаз этот. Глаз народа. Вот так он, ребята, выглядит. Провокацию. Я думаю, что здесь нет смысла набрать провокацию никакую. Сейчас будет жестко все. Смотри, что он сделал. Мне кажется, что вряд ли я здесь пройду. Пошло, поехало, да? Атаку он мне понизил, да? На Рафаэле, как мы видим. Давай попробуем, может, постепенно урон все-таки получится повесить. Нет, не вышло, друзья мои. Опять массовая атака. Заблокировал способность Рафаэльчику, да? Смотри, какая у него инициатива, а. Оу-оу-оу-оу-оу. Вообще никакого урона не наношу, ты представляешь? Смотрите, с пониженной атакой, ну что я могу сделать? Сейчас, по-моему, все, хана нам, ребят. Ой. Да, вот почему я и говорил, что не хватает мне здесь Микеланджело. Было бы уклонение, возможно, мы бы здесь еще выжили. Но, тем не менее, я попробую потом еще разок, друзья мои, пройти. Может быть, получится все-таки. Потому что, ну, хотелось бы. Так, а у нас с вами вот здесь еще союзники, да? Эпизод первый. Давай посмотрим, что у нас тут происходит. Ага, 70 уровень, а дают нам... Ну, я даже не знаю. Ну, давай попробуем. Попробуем с вами один бой вот этот поиграть. Три волны всего лишь. Конечно, шансов у меня здесь мало на выигрыш, но очень хочется. Поехали. Так, замедлили, да? Крик души от Карайки. Змеи, конечно, Карайки. Так, теперь ракетный залп. Так, змей Кавьюн, ну, а ты? Да что ж они такие крепкие-то, а? В провокацию встал, да, Тимати? Ладно, хорошо, друзья. Так, хилка, что ли, идет? Посмотри, сколько он захилил. Ну-ка, если мы вот так вот сделаем. Что это за урон? Причем не забывайте, друзья. Что? Что он сейчас сделал? Ты что, серьезно, что ли, парень? Я не понял. Офигеть, ребята, да, я не ожидал, что, конечно, этот Макман на такой способен. Я вообще не могу их пробить, ты представляешь? Смотри, чё, я что-то только не делаю, а он... В чем проблема? Так, это вот ускорение врубает. Ладно, хорошо. Ускорение это ерунда, по крайней мере, для нас. Как он жестко-то, а? Так, еще эта фигнюха тут лезет мелкая. Так, ну что, давай попробуем пробить. Нормуль. Переходим с вами на вторую волну и смотрим, что у нас тут. Ага, Мондагека, Эйприл и Кейси, да? Ну, естественно, надо начинать с Эйприл. Промашку дали. Серьезно, что ли? Вот так вот дали промашку. Так, можешь попробовать заблокировать ей способность лечить? Угу. Заблокировал. Сейчас ускорение, естественно, будет влеплять. Это сейчас, наверное, отхилиться успеет, да? Если Армагоша не пробьет. А он не пробил. Естественно, нахиляет всю команду. Так, в кого? Ага, хорошо, что у меня на Армагоше была защита дополнительная. Так, попробуем пробить все-таки. Минус. Так, теперь Мондагека. Промахиваемся. Ну, давай тогда вот так сделаем.
Угу, меткость понизили. Давай тогда вот так вот сделаем. Попробуем, ребята. Мимо. Мимо, ты понимаешь? А если вот так вот, ать, опять мимо. Что у него такое офигенное уклонение, что ли? Я не могу понять, друзья. Просто, понимаешь, у нас уже трое здесь осталось, как ты видишь. Сейчас, боюсь, скоро двое останется. Так, меткость понизил. Что, он бросает баллончик, да? Ай-яй-яй-яй-яй, тоже меткость нам понизил. Не всем, конечно, но понизил. Так, Мондогека, ты блокируешь способности, да? Но не вышло ничего. Хила у нас здесь нету, вот в чем проблема. Был бы хиллер, мы бы с вами здесь бы... Мы бы с вами здесь бы выжили бы. Сейчас добьют, наверное, змейка Вьюна мне. Добьют или нет? Так, ну что же, третья заключительная волна. И смотрим, что здесь у нас. Железноголовый Роквелл, ё-моё. Ну-ка, попробуем вот так вот. С массовой атаки. Слушай, ну неплохо, неплохо бомбит. Так, теперь бомбочку. Так, что, ускорение. Господи, сейчас Кирби отхилит, да, команду всю? Отхилит ведь. Ай, ребята, ну как все понакатанное, а у них идет. А этот еще и в провокацию встает. Теперь, как говорится, пробей железноголового. Заблокировали нам еще и способности все. Это жесть. Да, друзья мои. Воу-воу-воу-воу. Короче, вы поняли, да? Я думаю, здесь не нужно никаких комментариев. Офигеть. Вот это меня разнесли здесь в пух и прах. Просто-напросто. Блин, такая обида берет. Так отомстить хочется, но я знаю, что я не смогу здесь ничего сделать. Были бы другие персонажи, вот вместо, например, Змей Кара и Нейтрализатора, ну хотя бы, я не знаю, там Усаги, например, тот же самый, или Лео. Да хотя бы любая черепашка, мы бы уже бы их порвали бы. Но здесь не получилось. Ну что ж, друзья мои, на этой ноте, пожалуй, мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!